Hey guys, I just wanted to share something. You've seen the ancient Scooby-Doo van Russian troops ride, you know about their tanks stopping halfway to Kyiv because of the Russian officers who are infamous for stealing fuel and having no comprehension of basic logistics, and you've heard the captured soldiers swearing on their lives they were told they were actually going to training right before getting shipped to a war zone. Here's another little coin for the piggy bank called Russian government doesn't fucking care about Russian people, even those they ship off to die in a useless war for Putin's ego. It's a video of a bewildered Ukrainian soldier finding a whole package of expired Russian food rations among the trophies. I'm adding the subtitles for those few of you who aren't fluent in Russian. Хуй, блядь. Снимай, смотри. Военторг, индивидуальное рацион питания. Это какой-то пиздец, блядь, посмотри. Срок годности 15-й год. 15-й, блядь, ты понимаешь? Туда 8 этих пацанов. Так, подними на него, смотри. 15-й год. Что там, блядь, чтоб не думали, что это хуйня какая-то. Тушенка, хуенка, короче, блядь, просроченные пайки. Вот ваши, смотрите. На меня подними. Блядь, не поднимай хуй сам, блядь, такое. Российские солдаты, блядь, обращаюсь к вам, вам и, наверное, вашим матерям. Какими надо быть дебилами вашим генералам, чтоб, блядь, снабжать свою армию просроченными пайками. Сейчас февраль 22 года. Вы в Украине. Вы погибаете в Украине непонятно за что. И вас еще, блядь, снабжают вот этими, сука, просроченными пайками. Матери российские, заберите своих детей отсюда, пока мы их не побили тут всех, блин. Пока они не сгнили тут все. Мало того, что будут убиты, еще будут обосранные лежать тут. Просроченные пайки, блядь, 15-го года. Вы понимаете, насколько, что они им дают? Как они вообще, они не думают о ваших детях вообще нихуя. Фу. Слава Украине, героям слава. Путин, хуйло, блядь. Ребята, идите домой. Вас тут не ждали. Мы вас не просили к нам идти. Матери, заберите своих детей обратно в Россию. Honestly, even though these guys are enemies, I'm still fucking angry at the way their government treats them. Russia is literally using the same tactic they used 80 years ago, burying the enemy under a mountain of their soldiers' corpses. This is fucking sickening and should be stopped. And I completely agree with the soldier in this video. Россияне, заберите своих солдат домой, и мне зачем так умирать?